И начинаем нашу сегодняшнюю планерку. Будет очень интересная тема, как всегда. Многие уже знают, что мы здесь делаем, чем занимаемся. Многие не знают, да, напишите в чате, есть ли у нас новички. Кто впервые присутствует на такой планерке, поставьте единичку. Новички, единичку. Да, сегодня у нас, ну, я думаю, до конца планерки у нас будет рекордное количество, это 150 человек, так как комната помещает 150 человек у нас, да, и вижу очень много новичков, и я вам рекомендую просто всем-всем-всем привет, кого знаю, кого не знаю, с кем еще познакомимся, да, и много-много новичков сегодня. Друзья, слушайте внимательно, да, о чем я буду говорить, потому что эта информация очень важная для того, чтобы достигать классных результатов. Вначале я поставила ролики, да, ролики разные. Это и наши конференции, и наша команда в Кременчуге, это и наш тест-драйв, наши машины, которые можно здесь получать, да. Реально, что... Это все реально, чтобы вы видели, чтобы вы понимали, да, эти ролики, это все настоящее, это все там, где мы были и что мы привезли с наших вот именно мероприятий и с наших путешествий. Это все реально, и каждый новый человек, который сейчас присутствует здесь, может быть с нами там же, да. Я 4 года назад начинала эту деятельность с помощью интернета, да, друзья, и сейчас уже кардинально за 4 года изменилась моя жизнь. А подумайте просто, как прошли 4 последних года вашей жизни. Напишите в чате, как прошли 4 года вашей жизни последние, да, что у вас изменилось, что улучшилось, где побывали, какую новую страну увидели, на какие хорошие доходы вышли, были ли у вас изменения за 4 года в лучшую сторону. Друзья, у меня с этой компанией, с этой командой, с этим онлайн-проектом у меня много всего изменилось. Друзья, вот видите, пишут, скучно, в декрете прошло, да, ничего нового, ничего хорошего, да. У меня до компании Oriflame был декрет, и 2 года очень скучно проходила мой декрет, и когда я сюда пришла, у меня загорелись глаза, я поняла, что я все-таки смогу, улучшить свое качество жизни, да. И вот видите, многие, да, кто в декрете, скучно, да, ну, работа, дом, отдых, да, видите, друзья, это, наша жизнь, она так и есть, да, это с утра до вечера, да, работа, дом, учеба, дом и так дальше, да, но с этой компанией у нас, каждый раз что-то есть новенькое, интересное и классное, да, вот мы вчера в Кременчуге проводили классное мероприятие, мы встречались, обнимались, мы, пили коктейли, дружили, общались, мы как-то себе разукрашиваем эту жизнь, да, и вот вчера мы очень классно пофоткались, да, у нас есть классные профессиональные фотографии после мероприятия, есть память о том, что было, да, потому что, да, когда я была до компании Oriflame, у меня и фоток особенно не было, да, не было что вспомнить и что детям рассказать, да, а тут за 4 года я устану перечислять, сколько всего у меня было, поэтому, друзья, особенно те, кто новички, у вас сейчас вот такие глаза, вы не знаете, что делать, как делать, но вам хочется, да, быть где-то, да, на каких-то конференциях, получать какие-то премии, поэтому нужно начинать с самого маленького, с информации, которую мы сейчас с вами будем именно изучать, да, и начинаем, долго не буду, да, рассказывать, начинаем. Сегодня у нас планерка, первый день каталога нашего, да, третьего, да, и я вот просто покажу вот такие вот цифры, что такое вообще мировая индустрия прямых продаж. Наша компания Oriflame – это компания прямых продаж, и посмотрите, сколько здесь есть денег, да, 184 триллиарда, да, и сколько представителей сетевых компаний, компаний прямых продаж есть, да, 103 миллиона, друзья, это не один человек, нашей команды всего лишь сейчас 128 человек, но это огромная мировая индустрия, поэтому вы в классном месте, в правильном месте, в нужное время, и мы вас в этом уверяем, да. Чем занимается наша компания, да, это прямые продажи от...
производителя к покупателю, да, и есть сетевые компании, которые занимаются разным продуктом, да, есть вот бытовая химия, книги, игрушки, одежда, есть продукты питания, да, но на двух первых местах, что лучше всего продается и потребляется через компании прямых продаж, это косметика и средства гигиены плюс продукция wellness. Именно с этими категориями работает наша компания. Поэтому, друзья, мы в лучшем месте, в лучшей компании. Компания предлагает нам доходы. Компания предлагает нам доходы на уровне золотого директора, доходы 14 тысяч гривен, на уровне сапфирового директора доходы 30 тысяч гривен, на уровне бриллиантового директора доходы 60 тысяч гривен. Напишите в чате, кто сколько зарабатывал или зарабатывает. Напишите, кто сколько зарабатывал. Вот если вы мамочка в декрете, напишите, кто сколько зарабатывал до декрета. А если вы сейчас работаете, напишите, сколько вы зарабатываете сейчас. Но здесь, вот, видите, есть разные суммы, но 60 тысяч гривен не зарабатывает никто, да? И 30 тысяч гривен очень маленькие единицы зарабатывает. Друзья, здесь вы сможете это зарабатывать. Здесь вы сможете зарабатывать такие деньги. Вот, стыдно писать, друзья, поэтому нужно что-то менять, не сидеть на месте, нужно пробовать, пытаться, идти, разбираться, звонить спонсору и так дальше. Мы учим, что делать, видите, сколько, какие суммы зарабатывают люди, да, и я тоже до декрета я мало зарабатывала, ну, я зарабатывала, в принципе, и 8, и 10, и 12, я зарабатывала, да, но когда я ушла в декрет, я начала зарабатывать 130 в месяц, для меня это был шок. И поэтому меня эти возможности привлекли, потому что я увидела здесь большие цифры. Поэтому, друзья, смотрим, что же нам нужно делать. Да? Также компания дает нам путешествия. Путешествия начинаются с уровня менеджера. Путешествия очень крутые, классные у нас. И я не буду долго на этом останавливаться. Я хочу просто перейти уже именно непосредственно к той теме, которую мы будем сейчас затрагивать. Да? Сейчас у нас начался новый каталог, каталог номер 3. Вот так вот выглядит он, классный каталог. Да? Это каталог предпраздничный, впереди праздники 23 февраля, 8 марта. И, друзья, запомните, все люди всегда моются, купаются, духаются, покупают подарки. И нам классно, потому что у нас есть свой магазин с этими продуктами. И все, нам это классно, да? И вот сейчас вчера начался этот каталог. Многие уже с этого каталога разместили заказ. Я всем рекомендую в первые дни каталога размещать заказ для того, чтобы у вас уже был новый каталог, да? И для того, чтобы вы могли уже, например, знать предложение этого каталога, да? Вот просто к примеру покажу, да? Новинки помад этого каталога, да, если вы делаете заказ в первый день, вам уже в среду придут новинки этих помад, если вы сделаете в последний день каталога заказ, как окружающие смогут увидеть и узнать, какие эти помады. Поэтому, друзья, я всегда впереди на шаг от действия каталога, у меня эти помады уже есть, у меня помада уже на губах, помады классные, вчера с командой мы уже их протестировали. Поэтому, друзья, для того, чтобы люди знали, видели, любили и приобретали этот продукт, нужно на себе его немножечко попробовать, да? И этот продукт качественный, классный, который есть у нас в онлайн-магазине, заказываем для себя, а потом, когда у вас подружка увидит классную помаду, в среду уже, да, она спросит: Ира, а где ты взяла помаду? А я ей говорю: а у меня есть свой интернет-магазин, я заказала. Заказать тебе? Да, конечно, заказать. А лучше зарегистрируйся, заказывай сама себе со скидкой. Вот так идет наша рекомендация. Поэтому это все просто, да, то есть что-то попробовали, у вас люди спрашивают, и вы просто делитесь своим опытом, своими впечатлениями, да. Поэтому, друзья, каталог начался, я всех поздравляю с каталогом, с каталогом номер 3, поздравлять с результатами каталога номер 2 мы будем
наших партнеров 21 февраля в 19:00. У нас будет поздравительная презентация, поэтому, друзья, запишите сразу себе в план, что нужно посмотреть именно эту поздравительную презентацию, потому что у нас очень много-много-много новых высоких покоренных званий и много-много новых первых званий и уровней, да, и, ну, как говорится, наших звездочек, зажигалочек, да, их нужно знать в лицо, и поэтому мы будем поздравлять именно наши новые уровни на поздравительной презентации 21 февраля в 19:00. Всех приглашаю. И непосредственно касается работы, да, что самое первое, что у всех должно быть, это телеграм. Напишите в чате, у кого нету телеграма. Напишите минус, поставьте минус, у кого нету телеграма. Поставьте минус, у кого нету телеграма. Напишите минус, у кого нету телеграма. У всех есть телеграм? Так, у Наташи Горбатюк нету телеграм. Ну, это хорошо, что вот, и у Мартынюк Марьяна. Девчонки, закачивайте телеграм. И я рекомендую, вот смотрите, это новички у нас, да? Закачивайте телеграм. Посмотрите, вот я просто привела пример, что вы теряете, если вы просто только в Вайбере, да? В Вайбере у нас есть 250 человек, и вы видите, ну, может, вы в Вайбере в чате находитесь, в маленьком чате, да? Но у нас есть в телеграме, где вся наша команда. Видите, у многих нету телеграма, и это плохо, потому что вы не получаете достаточно информации. А самое главное, что когда вы получаете информацию, вы можете этой информацией уже делиться с другими. Вот посмотрите, у нас просто, я привела пример на одном чате, у нас есть чат по продукции, и в нашем чате 1565 участников. Это о чем говорит? О чем это говорит? О том, что вы можете узнать информацию, от многих людей, да, и вы можете обмениваться опытом с многими людьми, это не один человек, это не 100 человек, да, это 1500 людей нашей команды, вы можете познакомиться, вы можете общаться, вы можете делиться опытом и так дальше, поэтому всем нужен телеграм, если посмотрите, какие у нас есть чаты в телеграме, да, у нас есть командные чаты, чат по продукции, канал по обучению, да, где всегда все актуальные темы обучений. Чат по перепискам, где мы тоже работаем, обучаемся и меняемся опытом. У нас есть канал, где уже собраны классные посты, которые мы можем применять у себя на страничках в Инстаграм. У нас есть каналы по сопровождению новичка, у нас есть каналы по с уровня менеджер и чаты с уровня директор. Друзья, Телеграм – это очень классный, важный мессенджер, в котором вы должны быть. Поэтому можно его себе загрузить на компьютер, можно загрузить себе на телефон. И очень удобно всегда быть в поле информации. Следующее, что это у нас обучающие вебинары. Это вот такого вот плана обучения, друзья. Очень легко посещать эти обучения, да. Здесь, на этих обучениях, команда самых опытных и успешных лидеров ведет обучение, делится своим опытом, методами, фишками работы, отвечает на вопросы ваши, да. И вам, естественно, вы получаете здесь максимально информации и энергии для будущих действий, да. И вот начался у нас сейчас каталог, действие каталога будет 3 недели, и вы сейчас узнаете всю ту самую-самую важную информацию, которую можно на протяжении 3 недель, с которой можно работать, и вы получите обязательно новые результаты в конце каталога. Поэтому обязательно нужно посещать обучение. Если у вас не получается присутствовать онлайн на обучении, значит, всегда есть запись. Запись есть на канале в Телеграме, в чатах, в Вайбере, и есть у спонсора. И бывает на почте. Поэтому, друзья, самое главное следить за информацией. Если вы находитесь в чате и вы его не читаете, поверьте, вы не можете достичь успеха очень быстро и стремительно, да, потому что вы не читаете. Самое главное читать чаты, и самое главное еще и активничать. И точно так же на вебинаре. Самое главное впитывать эту информацию для себя, активничать в чате, спрашивать, если что-то непонятно. Это все вам поможет обязательно.
График обучения на каталог номер 3. Сейчас себе соскриньте, сделайте скрин, запишите себе в блокнот и распишите свой план работы согласно этому графику обучения. Да? Если вы тем более новичок, который впервые сегодня присутствует, вам нужно посмотреть эти все вебинары. Тут разные темы. Есть тема по продукции, есть тема по приглашению, есть тема истории успеха, есть темы по акциям, предложениям и так дальше. Много тем, которые вам помогут в достижении новых целей и ваших мечт, да? То есть запишите себе, и обязательно приходите. Всего лишь сколько здесь, да, там 10 обучений, больше 15 обучений за 21 день. Легко можно посетить. Поэтому, друзья, заходите, обучайтесь. Я обучаюсь до сих пор постоянно, и это важно. Если вы напитываете свои мозги знаниями, тогда у вас это быстрее получается. Не думайте, что вы все знаете. Вы не можете все знать, вам нужно узнавать и дальше. Поэтому заскринили, я думаю, себе обучение, да? И сейчас мы разберем инструменты роста на этот каталог. Здесь все перечислено, я сейчас вам дальше буду вот именно рассказывать по порядку, да? Это у нас каталог. Самый первый наш и основной инструмент – это наш магазин, это наш компактный маленький магазин, который мы всегда можем носить с собой, иметь с собой на столе, да, можно его смотреть онлайн, можно скидывать на Viber и так дальше. Это наш инструмент – каталог. И для того, чтобы вы понимали, какие есть классные предложения, какие есть выгодные предложения в этом каталоге, а их так много, что я сама, бывает, только в конце действия каталога начинаю что-то себе рассматривать. Поэтому, чтобы быть в курсе, ничего не пропустить, приходите сегодня на презентацию каталога в 19:00. Вечером будет презентация каталога. Друзья, у кого виснет, перезаходите, ну, в принципе, не выходите, потому что сейчас у вас уже вы не сможете зайти. У кого виснет, конечно, плохо, значит, нужно просто заранее заходить, зайти, выйти, зайти, для того, чтобы настроить браузер, с какого удобно смотреть. То есть те, кто уже не первый раз заходит, уже настроили себе, да, просмотр вебинара, поэтому это вас не должно пугать, что у вас виснет. Вы можете все посмотреть потом в записи. Девчонки, напишите в чате вот тем, кто, у кого виснет, да? Так, и идем дальше. Следующее, у нас есть такой вот каталожик, как Outlet, здесь дополнительные классные скидки, которыми тоже нужно пользоваться, и для того, чтобы заказывать с каталога Outlet, нужно заказать на 25 баллов с основного каталога, тогда вы можете воспользоваться скидками Outlet. Это два каталога основных, да? Так, хочу всем напомнить про акцию активности, которая была во втором каталоге. Кто делал заказ на 50 баллов в прошлом каталоге, кто сделал заказ на 50 баллов с этого каталога, сейчас обязательно не забудьте добавить себе один из этих наборов, да? Один из этих наборов в заказ. Не забудьте. Обязательно не забудьте. Запомнили, да? Это тот, кто делал в том каталоге 50 баллов. Тот, кто делает заказ на 50 баллов в каталоге номер 3, 50 баллов с этого каталога. Под каждым продуктом в каталоге есть количество баллов, да? Вот здесь смотрим, помада стоит 119 гривен. Помните о том, что от этих цен у вас 20% скидки. И вы получаете за это 9 баллов, да? То есть, ну, средне, да, 5 помад, например, да, 5 подружкам предложить, и это у вас будет 50 баллов, и вы выбираете себе в следующем каталоге один из трех наборов за 180 гривен. Наборы по стоимости свыше 1000, да, а нам компания дает возможность их, третий набор по этой акции еще будет, да, просто там поменялась помада, и он будет, вот этот третий набор еще будет,
появится. То есть внимательно тоже, для того, чтобы вы были в курсе всей информации, следите за чатом по продукции, мы там все пишем, да. Сейчас пока отсутствует последний набор, но он появится на второй неделе, поэтому ждем и заказываем потом. Коды наборов, девчонки, напишите кто-то в чате коды наборов, у меня под рукой нет, но вчера эти коды наборов были везде в чатах. Следите за информацией, это важно. Кто знает коды наборов, напишите, пожалуйста, коды наборов здесь в чате. И слушаем дальше, да? Те, кто сделали во втором каталоге 50 баллов, сделают в третьем каталоге 50 баллов и в четвертом, вы имеете возможность получить три разных набора по 180 гривен. Три разных на выбор, да? И получить еще вот такой вот шар в подарок. Акция активности будет и в следующем каталоге тоже. В каталоге номер 4, 50 баллов заказ. И выбирайте себе любой жордановский набор, да? Тоже наборы, все есть в чате, все есть на сайте. Когда вы заходите на сайт, если вы что-то не можете найти, вы сразу задавайте вопрос в чате по продукции. Так, продукты немножечко, то, что меняется, друзья, меняются продукты, бывает, меняются продукты, все есть на сайте, все изменения, и если что-то непонятно, вы все это тоже можете сразу в чате спросить. Мы сейчас не можем искать код набора, да, это все есть в чате. И если вы выполняете два каталога по 50 баллов, тогда вы получаете шарф за 119. Если вы выполняете три каталога по 50 баллов, тогда вы получаете шарф в подарок. В подарок шарф. Друзья, если вы ходите в магазин покупать мыльно-брыльное каждый месяц, три месяца подряд в один и тот же магазин пошли, скупились, вам магазин дает три классных набора по скидке 70% и еще шарф в подарок. Нет, такого нету нигде. Поэтому обратите внимание, просто, вот многие пугаются, это нужно продавать. Не нужно продавать, мы просто пользуемся. На нас есть продукт, мы его дальше рекомендуем, и все, и оно идет само собой, эта рекомендация идет самой, ничего сложного нету, пробуйте, спрашивайте и так дальше. Так, я хочу презентовать акцию для новичков, которые присоединились к нам или в прошлом каталоге, или еще присоединятся в третьем и четвертом каталоге. До 31 марта любой новичок, который присоединяется и размещает заказ на 100 баллов, получает возможность получить классную парфюмированную водичку Eclat Femme. Это очень классная вода, это очень популярная водичка, ну и любимая многими, да, она стоит в каталоге 910 гривен, вы ее получаете за 49 гривен. Это классное предложение. Если вы сделаете покупку для себя, для своих родных, на 100 баллов, 100 баллов это 1000 гривен, это не страшно, это немного, если взять, пригласить своих родных просто в каталог, да, и вместе с родными скупляться, тогда вы будете получать подарки и для себя, и для родных, вам достаточно будет подарков, да, то есть делаете 50 баллов, получаете за 180 гривен набор льготный, делаете 100 баллов, получаете за 180 льготный набор, водичку Eclat Femme и дальше набор по стартовой программе. То есть, если вы размещаете заказ на 100 баллов, вы получаете набор по льготной цене, водичку и еще один набор. Вы получаете подарков больше, чем на 1000 гривен. И это классное предложение, поэтому предложите своим родным, трем семьям, скупиться у вас по 300 гривен, да? И вы получите подарков, что хватит на всех. Поэтому, друзья, разбирайтесь в этих программах. Многие говорят, я не могу разместить заказ. Напишите в чате, кому сложно размещать заказ. Кто не может разместить 100 баллов заказ. Узнавайте, зачем вам это надо, да? Почему, сколько вы выгоды теряете, если вы не размещаете 100 баллов заказ. Если вы размещаете 20 баллов заказ, вы теряете всю выгоду. Это невыгодно. Поэтому, друзья, также каждый новичок участвует в стартовой программе, где можно получить вот такую вот выгоду до 5000 гривен. Все люди говорят, мне нужны деньги сейчас. Пожалуйста, возьмите деньги сейчас. Вот, пожалуйста, сразу вам компания дает. Вы купили себе что-то, порекомендовали. Я не считаю, что если вы купили здесь зубную пасту,
Если вы купили здесь зубную пасту, то вы вложили. Многие говорят, да, это тут нужно покупать. Да, вы и так все это покупаете. Только если вы будете покупать тут, вы сразу начнете зарабатывать уже. Поэтому поймите эту разницу. И все. Купите тут, вам компания даст сверху. А дальше начинайте приглашать других людей, вам компания даст еще больше. Да? Поэтому, друзья, это то, что касается нашей стартовой программы. И дальше я хочу 100 мыл не надо предлагать, у нас есть лучшие продукты, чем 100 мыл. Так, у нас есть дальше те люди, которые начинают приглашать других людей в компанию. У нас есть акция для спонсоров, каталог 2, 3, 4. До 31 марта, если вы приглашаете 2, 3, 4 или 6 новичков, вы получаете вот такую вот выгоду. Если вы приглашаете 2 новичка, вы получаете кошелек. Если вы приглашаете 3 новичка, вы получаете в подарок кошелек и бьюти-кейс. Если вы приглашаете 4 новичка, вы получаете кошелек, бьюти-кейс и часы. Если вы приглашаете 6 новичков за 3 каталога, да, у вас осталось сейчас еще 2 каталога, это 6 недель. За 6 недель пригласить 6 новичков, это реально? 6 недель, 6 новичков. В неделю одного новичка, это реально пригласить? И вы получите весь набор вот этих вот туалет... Ваш каждый новичок получит туалетную водичку и набор по стартовой программе. А вы получаете, новичкам надо делать заказ на 100 баллов. Заказ на 100 баллов о том, о чем я говорила. 100 баллов, набор 1, набор 2 и туалетная вода. Ваши все 6 новичков получают эти 3 выгодных предложения. А вы получаете сумку, клатч, часы и бьюти-кейс. Это классное? Это классное предложение, друзья. Это классное. Кто что планирует получить? Кто что планирует получить? Вы разобрались? Кто не понял условия этой программы? Кто не понял условия этой программы? Вам нужно разобрать эту программу со спонсором. Напишите спонсору и со спонсором разберите эту программу. Все, идем дальше. Дальше у нас есть, да, если мы размещаем заказы по 100 баллов каждый каталог, у нас после стартовой программы идет бизнес-класс. Бизнес-класс это, что нам дает бизнес-класс? Дает каждый каталог скидку 50% на любимый продукт. Я всегда по 50% скидкам заказываю или продукцию wellness, или классные аксессуары. В этом каталоге я заказала по 50% скидке сумку, сумкой в среду поделюсь, и реально очень классное предложение, то есть на это обращайте внимание. Если вы участвуете во всех акциях, тогда вы самовыгодно используете предложение компании, и тогда вы уже начинаете сразу же зарабатывать дополнительный доход. Если вы находитесь в бизнес-классе, то есть если вы размещаете от 150 баллов и больше, сумка недорожная, Таня, сумка недорожная. Скрин, картинки на сайте, все эти картинки есть, сумка обыкновенная, дамская сумочка, да, недорожная. Так, дальше у нас есть для тех людей, которые участвуют в бизнес-классе и делают заказы на 150 и выше баллов, да, есть возможность получать еще плюс 10% заработка свыше, да. То есть, смотрите, если вы делаете 200 баллов, компания за каждый балл свыше 150 насчитывает вам деньги, да? За 200 баллов 50 гривен, за 1000 баллов 850 гривен. То есть это тоже классное предложение, друзья. И в этом каталоге нашей команде дополнительно к доходам, к сумкам, к туалетным водам, к подаркам выплачено 13 584 гривны бонусных. Это премии, это просто премии за то, что вы хорошо работаете, но вас компания всегда будет поощрять. Поэтому обращайте на эту программу внимание. То есть, если у вас есть классные баллы
свыше 150, и вы получите дополнительно 10% от своих покупок. И следующее. У нас есть сейчас акция Менерджайзер. Менерджайзер – это акция на денежные бонусы для любых уровней менеджеровских. Каждый новичок, который сейчас есть у нас в команде, может получить до 18 тысяч гривен бонусами. Друзья, эту программу я в условиях вот сейчас показываю, да, но эту программу вам нужно обсудить вместе со спонсорами обязательно, да. Если вы выходите на 9%, вы получаете возможность получить бонус 900 гривен. Если вы выходите на 12%, вы получаете возможность получить премию 1800. За 15 – 3000 гривен, за 18 – 5000 гривен и за 22 – 7500 тысяч гривен. Друзья, акция действует до 10 каталога, сегодня только 3 каталог начался. Все могут поучаствовать в дополнительных премиях. Смотрите, то есть это я вам рассказала, да, за 9% 900 гривен, за 12 – 1800 гривен, за 15 – 3000 гривен, за 18 – 5000 гривен, за 22 – 7500 тысяч гривен. Друзья, какие условия, чтобы участвовать в этой программе? Обязательно помните о том, что нужно в каталоге квалификации иметь 150 баллов и 2 кьюшки. 2 кьюшки – это 2 новичка по 100 баллов. Так, Мария, напиши, кто твой спонсор. Ичанская Мария, напиши, кто твой спонсор. Кто пригласил тебя в компанию, и, я так понимаю, новичок совершенно новенький, да? Маш, напиши, кто спонсор. Обязательно эту программу обсудите со спонсором. 9%, 9%. Это 900 баллов группы. Маш, ты очень новенький наш партнер. Мы объясним тебе обязательно, то есть, ну, созвонимся, объясним. Выходите на 9%, 900 баллов, 150 баллов лично, 2 кьюшки, и вы получаете 900 гривен премии. Так, вот так можно получить все премии. Посмотрите, пример, как можно получить все премии, да? Каталог 2 у нас уже прошел, поэтому в каталоге 3. Если вы будете начинать стартовать уже по новым менеджеровским уровням, вы можете уже зарабатывать вот такие премии. Друзья, это вкратце информация о этой программе. Но помните о том, что каждую программу, каждую акцию вам нужно разбирать со спонсором лично. Поэтому сейчас вместе со спонсором начните после планерки разбирать именно свой пример. Так, и идем дальше. Вот такие премии можно получить, это за эту программу. Это понятно, да? Идем дальше. И те, кто у нас, уже приглашают других людей в команду, это называются люди. Да, Таня, две кьюшки должны сделать по 100 баллов. Q-рекрут – это и есть квалифицированный рекрут, который сделал заказ на 100 баллов. Тот человек, который просто зарегистрировался – это стартер. Тот человек, который разместил маленький заказ – это рекрут. Квалифицированный рекрут – это тот человек, который разместил 100 баллов. Именно на все акции у компании всегда условия, да, то есть Q-рекруты. Поэтому, если вы выходите на новый уровень, в этом каталоге, да, у вас должно быть уже 2 закрытых Q-рекрута и 150 личных баллов. Так, и те люди, которые активно у нас приглашают, я их вывела на этот слайд, да, это лучшие рекрутеры каталога номер 2, это крутые рекрутеры каталога номер 2, да, и вот, это те люди, которые растут, которые получают сумки, которые получают премии по менеджайзеру. Основная суть нашей работы – это приглашать других людей. Друзья, и вот посмотрите на тех людей, которые приглашают других людей. Это все реально, это все возможно. Самый лучший рекрутер, первое место – это Галянт Елена, 31 регистрация. То есть, ну, она, в принципе, у нас, ну, это лидирующий лидер всегда.
Поэтому нужно стремиться понимать, что можно это делать любому человеку. Поэтому также у нас есть второе место, это Скаленко Виктория, 27 регистраций. Это уже наши старшие менеджеры, да. Дальше у нас Якушина Маша, 23 регистрации. И именно Якушина Маша получает бонус от спонсора 200 гривен на дальнейшее развитие в бизнесе. Казачок Юля, 19 регистраций. Болога Моцко Кристина, 17. Фыль Олег, 17. Ельцова Виктория, 14. Швец Вита, 14. Кубишин Мария, 14. Лысюк Богдана, 14. Фрызюк Оля, Низола Оля, 13. Данилюк Настя, Дитяк Мария, Подлесна Ольга, 12 регистраций. Симоницька Мария, Масичук Оксана, Шабелян Оля, Тукала Ирина, Ляхненко Ирина, по 11 регистраций. Кулык Аня, 13 регистраций. Мороз Александр и Матвиенко Ольга, 10 регистраций. Дальше у нас идут люди, которые от 5 регистраций до 10 регистраций сделали, да? Поэтому, друзья, смотрите, это все реально, это все возможно. Если одни люди это делают, то другие, естественно, смогут это сделать, научиться это делать. Поэтому, друзья, ну, самое главное брать и делать, и все. Вебинары по рекрутированию, как рекрутировать, как приглашать у нас по средам всегда. У нас есть очень много вебинаров в записи, поэтому приходите, смотрите и начинайте рекрутировать. Тогда вы в любом случае будете получать и бонусы, и рост, и все подарки, и все бонусы по менеджайзерам. В следующем каталоге опять у нас участвует такая акция, да, бонус лучшему рекрутеру, поэтому кто будет в следующий раз, узнаем мы на следующей планерке. Так, идем дальше. До наших бонусов у нас еще есть наши путешествия, да, и мы были уже не на одном путешествии, да, путешествие начинается у нас с уровня менеджера, мы были уже в Египте, в Анталии, и сейчас у нас идет путешествие на Хорватию, и я хочу поздравить тех людей, которые уже прошли 4 каталога квалификации, и остался один каталог квалификации, друзья. Но я на 100% уверена, что этот список в следующем каталоге и будет таким. У меня мурашки по коже, потому что я уже вижу этих людей на море в Хорватии. И реально, ну, это круто. Это круто, потому что компания дает возможность путешествовать людям в другие страны. Просто с этих людей, вот 15 человек, которые будут путешествовать у нас в Хорватии, я хочу сказать, что раз, два, 4 человека только путешествовало. 11 человек будут путешествовать впервые. Сядут в самолет впервые и впервые пошли сдавать на загранпаспорт и вот только-только получат загранпаспорт. Друзья, это реальная возможность путешествовать с компанией. Поэтому смотрите на то, что делают ваши спонсоры. У каждого есть вот такие спонсоры крутые, да, поэтому смотрите на них и учитесь у них. Уже 14 мая эти 15 человек будут на Лазурном море в Хорватии. А мы будем просто смотреть и думать, ой, я тоже могла там быть, но я не доработала. А почему? Потому что я не доработала, потому что не компания не дала эту возможность, а я не взяла эту возможность. Друзья, каждый не взял эту возможность в начале квалификации. Но я хочу вам сказать, что после Хорватии будут еще новые квалификации, поэтому сейчас уже те, кто нету в этом списке, хотите путешествовать, сейчас уже начните собирать свою команду, с которой вы сможете пройти следующую конференцию и квалификацию по путешествовать с компанией. Это понятно? Это понятно? И мне тоже ракушку. У меня будет 15 ракушек. Это прекрасно. Верьте в себя, друзья, и шлите нам селфи с Хорватии. Все. Идем дальше. Идем дальше. Не могу прямо же переключить этот слайд, такой он приятный. Идем дальше. Где наш следующий слайд? Вот. Следующий слайд. Это очередные наши плюшки, ухтышки от компании. Это мой автомобиль Oriflame. Друзья, не только можно зарабатывать, путешествовать, можно еще получать автомобили в подарок. Есть уже первый человек, который получил автомобиль. Это не каждому будет.
друзья, ну, получить на шару, да, авто в подарок, ну, это, ну, не каждый, да, ну, не сможет каждый получить. Для того, чтобы получить, нужно работать. Вот Лена пишет, моя машинка, я уверена, что будет моя, да, что будет Ленина, я уверена, что будет Викина, да, потому что они в списках лучших рекрутеров. В списках лучших рекрутеров получат те, кто будет рекрутировать. Я зависла или нет? Меня теперь видно? Уже я тут? Так, уже видно. Друзья, для того, чтобы получать здесь путешествия и получать здесь автомобили, нужно пахать. Но я хочу сказать, каждый человек в своей жизни пашет. Но на какой-то работе, там, где, может быть, не дают машины. Ну, в принципе, такой возможности нету, друзья. Но нужно разобраться, что нужно сделать и действовать. Поэтому такие машины будут у нас в команде, я уверена, я знаю. Но всем уже меня слышно, да? Я же думаю, все нормально, уже всем слышно. Перезаходите еще раз, все уже нормально слышно. Поэтому компания дает, кто хочет, берет. Кто еще не умеет, можно научиться всему. Кто не умеет, кто новичок, просто поймите, что через год у вас может быть такая уже возможность. Или путешествовать, или взять машину. Но я не скажу, что это будет у вас через месяц. Если вы новичок, у вас через месяц этого не будет. Но будет такая возможность через год. А на работе, на вашей, будет через год вам возможность получить машину? Нет, конечно. Поэтому, друзья, работаем. И следующее, к чему мы переходим, это к тому, что мы здесь делаем. Да? Наша задача увеличивать товарооборот нашей компании, да. И именно наша команда в этом каталоге сделала товарооборот на 78 тысяч баллов. Это 673 тысячи гривен. Друзья, как вам эти цифры? Реально, вот Таня пишет, ого! Тань, вот смотрите, когда я пришла, но я пришла в компанию точно таким же новичком, как и вы. Я продолжала это все делать, как бы трудно мне не было. Может быть, да, было в каких-то моментах трудно. Точно так же, как может быть кому-то трудно сейчас. Но самое главное, продолжать. И вот сейчас, за 4 года, наша команда уже организовывает товарооборот. Вот такой вот. И вы можете себе поставить за цель еще больше. И в вашей команде будут такие товарообороты, будут получать в подарок машины, будут получать в подарок путешествия от компании. Но вам нужно научиться стать лидером в этой компании. Поэтому, друзья, это то, что мы делаем. Это то, что характеризирует нашу компанию как классную, качественную продукцию, да, потому что люди покупают это. Вот смотрите, 130 человек делают товарооборот почти на миллион. Но мы за это получаем от компании деньги. И возьмите и посчитайте, сколько от той суммы, которую мы сделали товарооборот, а сколько мы получаем. В этом каталоге рекордная сумма зарплаты на нашу команду, да, это 188 тысяч гривен. 188 тысяч гривен за созданный товарооборот в 670 тысяч гривен. Если у нас здесь есть люди, которые торговые агенты, или которые в каких-то магазинах, то есть в любом случае везде, или товар, или услуга, да, то есть что-то где-то рекомендуют, что-то где-то продают, но нигде вам не будут платить именно такие деньги. Согласны? А у нас такие деньги платятся. Но помимо этого у нас еще, я хочу сейчас показать рейтинг партнеров, да, по получению зарплаты в нашей команде, да. Здесь у нас список людей с доходом уже от 300 гривен, да. И я хочу, ну, просто поаплодировать этим людям, да, потому что они когда-то были в этом списке первый раз, точно так, как любой сейчас новичок, да, который первый раз в этом списке. Но
дальше вы можете быть в числе первых. Я знаю, кто на первом месте будет уже в следующем каталоге. На первом месте была я, но в следующем каталоге на первом месте у нас уже будет другой человек. Друзья, это все можно делать. И я всем желаю быть топ-1. Вот, и еще, вот, теперь уже меня сместили, все, мне нужно уже на пенсию, уже смещать. Поэтому, друзья, тут не будет такого, да, что только один кто-то зарабатывает. Все, постоянно этот список меняется, и этот список будет меняться у нас постоянно. И я всем желаю быть в этом списке хотя бы в тройке. Идем дальше. Но это еще не все. Наша компания еще за нашу работу дарит нам телефоны. Давайте поздравим Богдану Лысю, которая получила в этом каталоге уже телефон от компании. Телефон Мэйзу, да, ну обыкновенный подарок, да, за то, что она получает зарплату, она получает сумки, она получает туалетные водички, но еще она от компании получила телефон, потому что она работает. Она и едет и в Хорватию, и получит очень много премий, потому что она работает, и она делится с вами, как работать. Все делятся с вами. Богдана на вебинарах делится, как она это делает. Друзья, просто берите, делайте. Просто учитесь, берите, делайте. У нас информации, инструментов достаточно. Идем дальше. Богдана, мы тебя поздравляем. Я желаю, чтобы тебе этот телефон теперь принес еще больше удачи, успеха. Ну, это очень классный инструмент для работы. Дальше я хочу поздравить наших новых старших менеджеров в нашей команде. Это Ирина Ляхненко, да, с города Кременчуг. Мамочка в декрете, год в компании, год, да, чуть больше года в компании, да. Изначально, может, было сложно, да, но сейчас она уже говорит о том, что, слава богу, что я не сдалась поначалу, да, потому что сейчас у нее уже возможность участия в конференции на Хорватию, у нее уже 2 приглашения на банкет директоров 2019, на носу премия 7500 тысяч гривен по менеджайзеру, премия 15 тысяч гривен за закрытие звания и премия $1000. Друзья, для мамочки в декрете, 2 деток, классная возможность. И каждый каталог, доход минимум 5000 гривен за 3 недели. Посчитайте, сколько это. Для мамочки в декрете средний доход в год 100 тысяч гривен, будет больше. Это будет больше однозначно. Друзья, просто продолжаем делать. Я хочу поздравить нового старшего менеджера Викторию Скаленко с города Кременчуг, которая при полной, полнейшей занятости, но за 5 каталогов сделала этот результат. За 5 каталогов, а 5 каталогов это 3,5 месяца. Я всем говорю, слышите информацию, слушайте информацию. У нас много разных примеров. Кто-то за год, кто-то за 3,5 месяца. Это самый крутой результат нашей команды. Друзья, за 3,5 месяца уже выйти на доход, приглашение на банкет директоров на 2 лица, возможность участия в Хорватии, 7000 гривен по менеджайзеру, 15000 гривен и $1000 тоже премия. Но это классные возможности. Вика работает целыми днями работает на своей основной работе. Но еще параллельно она успевает. Она классный спонсор, она классный партнер, она хороший человек, и она просто делится вот всем тем, что сама узнала. Друзья, и следующий новый высокий уровень у нас в команде – это новое открытое звание старшего директора. И опять Богдана Лысюк, да, потому что она неоднократно лучший рекрутер, потому что она показала свои лидерские качества и ведет за собой команду. На носу премия 15 тысяч гривен и премия $1500. Для мамочки в декрете это хорошо или плохо? 2 приглашения на банкет директоров 2019, на банкет 2018 уже заработала. Ну, уже на декрете хорошо, но, Богдан, я не думаю, что лучше было бы, если бы ты была где-то на другой работе вот сейчас. Друзья, это классные возможности, я учу вас, и мы учим вас, как это делать. Самое главное, выделять время. Я хочу поздравить новых частных предпринимателей у нас в команде.
Это Трипачев Алексей, это Амельченко Татьяна, Мерненко Ирина, Искаленко Виктория. С каждым новым каталогом у нас все больше и больше успешных людей. Успешных людей. Это не просто пришел человек и работает здесь. Человек стал успешным, стал счастливее, стал богаче, стал красивее, стал здоровее. Это, ну, это компания, которая делает намного больше. Поэтому этим всем мы делимся. Мы делимся, помогаем, обучаем, да? И что нужно же делать для того, чтобы здесь иметь все эти вот возможности и все эти перспективы и преимущества? Нужно делать просто 3 конкретных действия. Пользоваться продуктом, организовывать свой личный товарооборот минимум 150 баллов, приглашать других людей в команду, минимум 10 телефонных встреч в день, мы это показываем, как делать, и посещать обучение. Эти 3 действия, если вы будете делать каждый день в системе, пускай просто 3 часа вы это делаете в день, да? Час на товарооборот, час на приглашение, час на обучение. И через год вы сможете быть уже в списках лучших по зарплате, лучших рекрутеров и в списках на путешествия, на конференцию, на менеджеров и так дальше. Друзья, 3 действия, напишите, сложно ли это делать. Просто у многих тараканы, у многих какие-то блоки, границы, уберите все, вы можете это однозначно сделать. Вы обязательно это сможете сделать, просто продолжать каждый день. Не получилось сегодня, утром встали, делаете завтра. Следующий день встали, делаете завтра. 3 раза оступились, вы уже знаете, как сделать то или иное действие, и вы уже 4-й день, вы уже делаете это успешно и получаете результат. Берем, делаем. И вот самое главное, себе напишите вот эти вот основные пункты, сейчас себе заскриньте, да, я на них долго останавливаться не буду. Мы учим не просто зарабатывать деньги, да, мы не берем вас на работу, чтобы вы зарабатывали тут 1000, 2000, 3000 гривен. Мы учим вас стать лидером, успешным человеком. Это немножко больше, чем просто наемный работник. Здесь у вас будет ответственность вся на вас, за ваш бизнес, поэтому вам нужно соответствовать критериям ключевого бизнес-партнера. И такие вот критерии, да, минимум, желание минимум стать директором компании, выделять для работы 3-4 часа ежедневно, делать товарооборот от 150 баллов ежекаталожно. Если у вас не получается делать товарооборот 150 баллов, заходите на те обучения, где мы учим, как это делать. В среду вечером придите, посмотрите, какие товарообороты делают партнеры, да, от 1000 баллов делают. 1000 баллов это 10 тысяч гривен товарооборот, 150 баллов это 1500 гривен. Это мелочь, это пустяк, многие говорят, я не могу, я не знаю. Значит, заходите на те вебинары и учитесь, как это делать. Рекрутируют каждый день. Еще не рекрутируете, заходите на вебинары, учитесь, как это делать. Обучаться каждый день. Еще не обучаетесь, заходите, обучайтесь. Потому что если вы все знаю, ничего не хочу, ничего не буду, вы не будете здесь успешным. Если вы хотите стать успешным, пожалуйста, обучайтесь. Приглашайте в команду от 5 человек минимум каждый каталог. Планируйте свой день, да, что я сегодня буду делать. Запишите свои желания, зачем вы это будете делать, да? Обязательно участвуйте в мероприятиях спонсора, в мероприятиях компании. Кто был на мероприятиях от компании, от Афонина, от Виктора Афонина, напишите в чате, кто был. А почему кто-то не был? В каждом городе были мероприятия от руководства. Напишите в чате, почему вы не были, почему вы не пошли. У кого-то дети, у кого-то лень, у кого-то кто-то спал, кто-то гулял, кто-то кушать готовил и так дальше. Обязательно посещайте мероприятия от компании, это очень важно. Эти мероприятия, тур бесплатных мероприятий, бесплатных презентаций, бесплатных дегустаций, вам просто нужно взять и 2 часа в день выделить на это мероприятие. Обязательно. В чатах мы скидываем, когда какое мероприятие. Просто идите туда и получайте там заряд мотивации, энергии и узнавайте что-то новое. Вы посмотрите вокруг, люди такие же, как вы. Такие же, ничем не хуже, ничем не лучше. Такие же, как вы, новички сидят, делают, учатся и через 3-4 каталога выходят на старших менеджеров. В каталоге 15 зарегистрировала 19 человек в команду. С этих 19 человек Вика Скаленко вышла на старшего менеджера.
Еще много людей, ну, кто-то вообще ушел, кто-то только начал делать заказы, кто-то только начал приглашать людей, кто-то начал только заходить на обучение, да. У каждого свой темп, но каждый что-то должен учиться делать. У кого-то будет быстрее, у кого-то медленнее, но делайте самое главное, и получится. Поэтому в Кременчуге, Маргарита, в Кременчуге мы устраиваем очень часто, Маргарита, у нас в Кременчуге мы без компании устроим, вчера было и будет еще, ну, мы в Кременчуге сами себе тут устраиваем мероприятие, поэтому на связи с тобой всегда будем. Вчера у нас было классное мероприятие, у нас было 24 человека на мероприятии, реально очень крутое, на такие мероприятия, ну, любому человеку можно приходить, поэтому, да, обязательно. И обязательно нужно обладать какими-то личными качествами, да, но такие как ответственность, пунктуальность, целеустремленность. Еще очень важное качество, да, это обратная связь. Очень хочется от людей обратной связи, да. Что сделал, расскажите спонсору. Что не сделал, расскажите спонсору. Напишите, позвоните, пропланируйте. Обязательно со спонсором на связи, обратная связь, да, в чатах. Со спонсором обязательно должна быть обратная связь. И себе посчитайте плюсики, минусики. У кого есть минуса, над теми минусами и работайте. Усовершенствуйте себя. Это то, что я хотела сказать. Так, и идем дальше. И идем дальше. Я знаю, что вы достойны быть счастливыми, успешными, красивыми, богатыми. Каждый год у нас все больше и больше таких успешных людей. И мы уже это проверили, мы это знаем, и мы помогаем делать это вам. Только опять же, все зависит от вас, от вас. Хочу, не хочу, делаю, не делаю, все. Человек или делает, или не делает. Действуйте прямо сейчас, начинайте делать прямо сейчас. Вы узнали то, чем мы в этом каталоге будем работать. Новые акции, новый каталог, новые поздравительные и так дальше. Все, начинайте это все сейчас применять на практике. И интересна была полезная информация. И сейчас мы переходим непосредственно уже к онлайн-розыгрышу нашему, да? И будем разыгрывать вот такие вот крутые подарки. Эти подарки мы разыгрываем каждый каталог, так что сюда можно приходить еще и за подарками, да. У нас будет 3 денежных приза, плюс будет разыгран, уже заговорилась, извиняюсь, будет разыграна омега-3. И у нас участвуют люди, которые размещают заказы от 100 баллов и более. От 100 баллов и более. У нас есть 3 таких списка. Каждый себя найдет однозначно. Первый список у нас 110 человек. Мы разыгрываем через такую программку. Так, от 1 до 110. И сейчас мы нажмем «Сгенерировать» и увидим здесь номер 67, Осипенко Юля. Только пишите, то есть это розыгрыш будет для тех людей, которые присутствуют сейчас здесь. Реальные люди, да, которые слушают, обучаются. Осипенко Юля есть? Если нету, я нажимаю дальше. Розыгрыш для тех, кто есть. 21. Федорченко Василь есть? Если нет, я разыгрываю дальше. Говорите мне, кто есть. Номер 44. Ваневцев Руслан. Есть? Друзья, пишите, помогайте. Нету? Тогда переигрываю дальше. Вот. 18. Новицка Мария. Есть? Плохо видно сейчас. Новицка Мария нету. 43. Непиева Дали Олена есть? Друзья, я есть в чате? У меня что-то нету ни комментариев, ничего. Я тут еще? А, все, тут. Хорошо, идем дальше. 43 нету. Генерируем дальше.
Опять 43. Передайте Лене, чтобы приходила на следующий раз. Обязательно выиграет. Так. Это плохо видно. Нажимаю опять. 34. 34. Доложка Алексея. Есть? Кто есть? Кто написал? Таня Шила. Есть. Кто есть? Друзья, 34. Номер. Доложка Алексея. Есть? Все, чат есть, я поняла. Доложка Алексея нету. Идем дальше. 14. Хомич Богдана. Друзья, еще есть два списка. Еще есть два списка. Хомич Богдана. Есть? О, есть. Ура. Первый победитель. Хомич Богдана. Пиши сразу номер консультанта. Мы тебя поздравляем. И 200 гривен будут у тебя на номере. Маргарита пишет, странно, что нет никого, но это люди, которые размещают баллы, но которые, может быть, не приходят на планерки. Поэтому тут у нас поощрение для тех, кто получает новую информацию, поэтому важно еще и ходить на планерки. Так, Хомич Богдана, мне номер консультанта, и у нас есть следующий. Так, Хомич Богдана написала. Так, и идем дальше. У нас опять 110 человек, да, вот, 110 человек, список уже новый, да, от 101 до 110 генерируем. И получаем следующего нашего активчика, где он? 88. Что ж такое, не видно вам. 88. Кто у нас? Танчик Людмила есть? Есть? Танчик Людмила есть? Если нет, то мы нажимаем дальше. Класс. Номер 80. Кушнирова Юля есть? Кушнирова Юля есть? Ну, если нет, идем дальше. Девяносто шесть. Номер 96. Литвинцова Людмила есть? Номер 46. Иващук Тоня есть? Восемьдесят шесть. Пыныч Анна есть? Да что ж такое, никого нету. 55. Овраз Дарина есть? Девять. Довголюк Светлана. Нема. Передайте девчонкам, что они могли получить подарок. Кушнирова Юля. Нема. 52. Шимко Інна. Першому Хомич Богдана виграла. Так, хто у нас? 52. Шимко Інна єсть? 74. Андрійчук Оксан. О, Інна Шимко, єсть, ура! Інна, поздравляємо тебя, пиши номер консультанта. Поздравляємо. Супер. Йдемо далі. И следующий список у нас. Смотрите, кого нету, может быть. Буду добавлять. Кухарская Кристина есть. Так, и тут у нас 98 участников. Ой. От 1 до 98.
и нажимаем сгенерировать 59. Антонов Богдан. Антонов Богдан. У нас нема. Так, идем дальше. 93. 93. Синицкая Алина. Так, Синицкая Алина нету? Двадцать девять. Наташа, ты есть. Наташа, ты 26-й номер. 29. У Сатенко Аня. Аня есть? Ани нету. Так, что у нас тут? Номер 40. Кожемяка Константин. Нету, да? Тридцать два. Кушнир Анастасия есть? Анастасия Кушнир есть? 90. Кузнец Анастасия. 41. Самойленко Юля есть. Он, Самойленко Юля, 58. 41. Куц Наталья. Куц Натальи нету? 19. Филипчук Вероника есть? 94. Гуменюк Татьяна. Так. 23. Ляшенко Кристи... А, Вероника Филипчук, есть. Была ж, да? Вероника Филипчук у нас была, да? Все, Вероника Филипчук. Пиши номер консультанта. Поздравляем, 200 гривен. И идем дальше. Номер консультанта пиши. Поздравляем. Все есть в списке. Списки берутся с сайта. Если вы размещали заказ от 100 баллов и больше, значит, вы получаете возможность участвовать в таких розыгрышах. Также у нас есть еще такая номинация, как потребители wellness. Это те люди, которые пользуются именно продукцией wellness. Здесь у нас от 50 баллов. И у нас в этом списке 73 человека. И мы сейчас разыграем между ними. Между ними разыграем омегу детскую. Кто же будет победителем? Номер 53. Алексеенко Оксана. Алексеенко Оксана есть у нас? Нету, идем дальше. 71. Полинек Наталья есть? Наташа, я видела в чате, есть. Наташа, я видела в чате, есть, да? Напишите, Лена была, Наташа? Ну, я видела, писала. О, есть, вот, я же вижу. Наташа, ну, Наташа тоже уже аж не один раз получала. Правильно, мы разыгрываем среди присутствующих. Линек Наташа есть у нас в чате. Мы все, все у нас по правилам. Поэтому, Наташа, напишешь адрес. Адрес и тебе вышлем именно омегу детскую. У тебя есть для кого ее? Для кого ее давать? Да? Друзья, все у нас всегда по правилам, у нас стандартная ситуация. То есть всегда мы работаем. У нас классная команда.
У нас классная команда организаторов, которая все умеет, делает, знает и старается для вас. Для вас, чтобы вы были в списках, чтобы вы получали подарки. Но получать будет подарок тот, кто придет, да. Может быть, не каждый каталог вы будете получать подарки, но иногда все-таки бывает, что повезло, да. Ну, в любом случае, да, кто участвует, тому повезет. Следующий раз кому-то повезет у нас 12 марта, да. Можно будет получить вот такие вот суммы денежные плюс детские витамины, да. Поэтому, друзья, для тех, кто разместит заказ минимум 100 баллов, и более в каталоге номер 3 вы участвуете в розыгрыше 12 марта. 12 марта в 13:00. Друзья, приходите, обучайтесь, участвуйте, все обязательно получится. Сегодня или завтра обязательно сможете достичь каких-то новых своих достижений. И есть много причин, по которым люди сдаются, но возьмите, вычеркните все тараканы, выгоните всех тараканов и вычеркните все границы в своей голове, что вы не сможете. Я знаю, что если одни люди смогли, то и вы обязательно сможете. Самое главное действие от вас. От вас. И на этом я буду заканчивать, да. Если были, может быть, какие-то ко мне вопросы, вы можете задать. Если нет, сразу набирайте спонсора, звоните, спрашивайте, планируйте и работаем. Работаем. Я думаю, желание мы сегодня пробудили. Каждый день в чатах мы желание пробуждаем. Каждый день делимся, какие действия нужно сделать сегодня, завтра, послезавтра. Поэтому, друзья, я верю в каждого. Я знаю, что каждый человек сможет. Самое главное, и поймите, поверьте в то, что я верю больше, чем даже вы еще верите в себя. Поэтому поверьте нам. Поверьте нам, что вы сможете, и действуйте. Я рада, что сегодня вы все присутствовали. Всем желаю успеха, всем желаю классного каталога. И идем работать. Будет запись в чате через буквально 2 минуты. Кто не присутствовал, своим партнерам, кто не присутствовал, обязательно скиньте запись вебинара. Все, друзья, всем спасибо, всем пока. Я заряжаюсь от вас. Получаю максимально очень много энергии, поэтому хочется отдавать ее тоже вам. Поэтому встречаемся вечером сегодня, встречаемся в 19:00 на вебинаре по каталогу. Ну и все, всем пока-пока.